В Краковском аэропорту за это было заплачено слишком дорого. 30 евро пришлось заплатить за такси и 50 евро за багаж, который они приняли за большой. Все-таки пробили меня, сволочи. Первый раз за долгие годы. Ну, что-то меняется, что приходится платить однажды. Главное, что мы сейчас здесь. Вон Саня смотрит на взлетную полосу. И теперь я буду заниматься отрабатыванием бабла на Канарах. Моими шаманскими способами. Надеюсь, все получится. Я полностью концентрируюсь на бабках. Только бабки.